Что надеть и как подобрать, сколько стоит быть модным, об этом в проекте телеканала «Актис» и магазина «Мегахенд» «Модный разговор». Говорим и показываем. Лариса, ну, конечно, очень здорово, что вы сегодня с нами. Вы, я вижу, к себе строги. Сели на диван, живот втянула, улыбку, все. Вообще, вы часто экспериментируете? Да нет, я бы не сказала. Я придерживаюсь очень таких спокойных вещей, потому что кислотные губы 90-х, начесы перегидрольные. Ну, неужели никогда не было? Нет, вот в молодости наэкспериментировалась, а сейчас успокоилась. Ой, слово «в молодости» мы не будем использовать, потому что наша героиня молода и красива. И в конце программы мы в этом убедимся точно. Ну, а почему решили прийти к нам? Ну, передачи такого формата всегда вызывали интерес. Мне кажется, любая женщина, девушка этим заинтересуется. Просто было интересно, приятно, что есть возможность поучаствовать в такой передаче. Девочки, ну собрались мы здесь по замечательному поводу. У нас новая героиня Лариса. Я вам сейчас, перед тем, как ее показать фото, хочу немного рассказать о ней. Она долго занималась домашним хозяйством, домохозяйка, и вот решила выйти на работу и уже начала работать. Но ей нужны образы для вдохновения, для работы непосредственно. Давайте посмотрим, вот так она выглядит. Вот, Саша, наверное, здесь больше твоя работа. Что бы ты предложила Ларисе? Так, у Ларисы есть нюансы по фигуре, но я думаю, что мы с помощью специально подобранных образов все это скроем, и будет просто фантастически. Ну, ты, наверное, не сразу окунешь ее в модные образы, имеется в виду что-нибудь яркое предложишь или более степенное? Так, Лариса у нас, получается, вышла на работу. Я думаю, что один из образов будет какой-то офисный вариант и что-то для прогулки, и она собирается на море вроде бы как. То есть мы все-таки ее удивим? Да. О, это очень здорово. Добрый день. Добрый день, Лариса. Давай сегодня в этом магазине подберем тебе 3 образа. Я уже придумала кое-что. Очень хочется скорее начать. Мне кажется, вот эта цветовая гамма как раз подходит твоим глазам. Да-да, мы берем. Отлично. Так, ну что, на улицу мы тебе образ практически составили. Давай попробуем что-то найти для офиса. Естественно. Прелесть. Англия рулит. Смотри, как раз до середины. Мне очень нравится. Да. Мы это тоже берем. Лариса, посмотри, вот эта кофта как раз тебе под пиджак. Идеально будет под офисный вариант. Верно? Очень нежно, элегантно. Да, берем. Получилось у меня, что я поеду в отпуск, давай что-нибудь к лету подберем. Ну, я смотрю, здесь все темненько, ну, может быть, ты что-то мне посоветуешь, давай посмотрим. Слушай, ну, если на море, то нам нужно обязательно что-то светлое. Синенькое. Да, возможно, полоса, в морском стиле, в моем самом любимом. Так, Ларис, ну, смотри, наша кофточка в морском стиле. И к ней идеально подойдет, слушай, рубашка вот такая джинсовая, оверсайз. Будет сочетаться идеально. Надя, ну здесь твоя стихия. Макияж, прическа. Наша Лариса с короткой стрижкой. Я вот, например, тоже ношу короткую стрижку, и хотелось бы узнать какие-то твои советы или как ты планируешь преображать нашу героиню. Итак, для Ларисы, так как у нее короткая стрижка, это на самом деле классно, потому что такие волосы легко укладывать и не составляет никакого труда. По макияжу самое главное – это сделать освежающий тон, скрыть синячки под глазами, приподнять линию верхнего века и сделать небольшой акцент, возможно, на губах. Лариса, привет! Добрый день! Ну что, вот и подошел тот момент, когда я буду делать для тебя укладку.
укладку и макияж. Ты готова? Конечно. Сейчас мы поработаем с кожей нашей Ларисы, сделаем ее более сияющей, более свежей, добавим капельку румян, и все-таки макияж будет более сдержанный, нюдовый и дневной. Мы уже подготовили нашу кожу, нанесли тон, моделирование, коррекцию и румяна. Также оформили брови и приступаем к макияжу глаз. Ну а мы приступаем к укладке. Нам на это потребуется 5 минут. Ну а мы закончили нашу укладку и уже ждем не дождемся нашего преображения с Ларисой. Ну что, я затаила дыхание, я думаю, вы тоже. Героиня у нас характерная, интересная. Вообще, как с ней было работать? Не, на самом деле было довольно легко работать. Да, все прошло хорошо, мы нашли общие темы для разговоров, и я надеюсь, то, что нашей героине макияж понравится. Лариса, вы готовы? Лариса, мы ждем вас. Очень нравится тон, прям вот очень нравится весь стиль, и ноги у меня какие-то длинные стали. Посмотрите-ка, они и были длинными, просто наши мастера все так подчеркнули. Или удлинили, да, очень мне нравится. Идем в следующий образ и встречаем вас заново. Несмотря на то, что главная интрига раскрыта, второй образ не менее волнительный, Лариса. О боже, ну вот вы представляете, это вообще замечательный, по-моему, вариант. Вы, конечно, не видите, но я вам скажу, что он вам тоже очень идет. Вы не зря потратили время, я вам это гарантирую. Итак, пожалуйста. Ну, это образ, конечно, на работу. Классно с детьми куда-то сходить. Пиццерию, кофе попить. Мне очень нравится. И нравится то, что вот образы перекликаются. Брюки вроде те же остались, а уже добавили верх новый и новый образ. Ну, а я напомню нашим телезрителям, что Лариса еще очень любит путешествовать. И, как она сказала, собирается в ближайшем будущем на море. Наш стилист Александра, конечно, учла это пожелание и собрала такой красивый лук. Давайте посмотрим, Лариса. О, да, я вижу уже, как красиво переливается вода, и вы так подходите к морю. Мне кажется, прямо море стало ближе всем нам благодаря этому образу. А вот еще вот такая сумочка яркого красного цвета создаст более настроение эмоциональное. Как вам? Красный всегда лучше цвет девушек. Да, внимание акцентирует и подходит так к поясу. Но, по-моему, замечательно. Да, внимание. Отлично. Ну вот и финал нашего проекта по преображению. Поймали ли вы ту самую модную волну? Почувствовали ли вы себя на серфинге славы и красоты? Как вам? Серфинг, слава, прям к отпуску. Но да, мне очень понравилось. Конечно, вот понравилось вот это вот. Теплая, так скажем, коллекция.
Мне, знаете, я вас перебью, что этот шоколад, эту теплую коллекцию вам дарит магазин Мегахенд. Да-да-да, уважаемые телезрители, любой понравившийся образ наши героини забирают себе в подарок. Ну что ж, я вас поздравляю. Состоялось ли преображение и праздник души? Да, спасибо огромное. Можно я в следующий раз шубу выберу? Ну, я думаю, что кто-нибудь другой обязательно выберет шубу. Ну что, я вас благодарю. Спасибо вам за этот праздник. Уважаемые телезрители, смотрите телекомпанию «Актис» и проект «Модный разговор». Это просто неожиданно и такая неожиданная приятность цвета шоколада. Конечно, спасибо огромное магазину и передаче вашей, что меня позвали драйв поймать, себя с новой стороны увидеть. Локацию для съемок предоставила фотостудия Magic. Кирпичная кладка, высокие потолки, большие окна, огромное количество фонов с модным интерьером создают неповторимый дух для вдохновения и воплощения любых творческих идей. Фотостудия Magic. Сохраняем волшебные моменты.